Соединенные Штаты примут меры по ограничению деятельности Агентства национальной безопасности в целях защиты неприкосновенности частной жизни американцев. В то же время АНБ и другие спецслужбы США продолжат широкий сбор разведывательной информации с помощью электронных средств в интересах национальной безопасности и внешней политики страны. Об этом заявил в пятницу американский президент Барак Обама, выступая в Министерстве юстиции с речью, посвященной пересмотру принципов деятельности разведсообщества страны. Реформы, которые я предлагаю сегодня, должны дать американцам больше уверенности в том, что их права защищены, а для нашей разведки и правоохранительных органов сохранить инструменты, необходимые для обеспечения нашей безопасности. Обама также заверил, что отныне американские спецслужбы не будут шпионить за лидерами зарубежных государств из числа ближайших союзников США, а также за обычными иностранными гражданами. Наши усилия будут эффективными только в том случае, если рядовые граждане в других странах будут уверены, что США уважают их личную жизнь тоже. А лидеры наших ближайших друзей и союзников должны знать, что если я захочу узнать, что они думают по тому или иному поводу, я подниму телефонную трубку и позвоню им, а не буду обращаться ради этого к разведывательным службам. Американская администрация была вынуждена пойти на проведение реформ в связи с публикацией сведений о секретных программах АНБ по сбору информации с помощью электронных средств связи, переданных в СМИ Эдвардом Сноуденом. Эта информация вызвала широкое возмущение в США и во всем мире.